больше всего я обожаю Александра Юрьевича за его бархатистый голос. За голос, за юмор и, конечно же, за неоспоримый талант. Александра Шубина коллеги по сцене любят по-особенному. Отсюда и такой формат поздравления с днем рождения. Креативный. Шуточные сценки, пожелания и слова благодарности. И все это для него. А ведь когда-то Александр даже не подозревал, что станет актером. По его словам, в профессию пришел благодаря режиссеру Владимиру Золотарю. Здесь скажи одно слово, там скажи два слова. И так постепенно он сделал из меня говорящего на сцене актера. Я поначалу даже отказывался разговаривать, ну, потому что, как бы, не моя профессия. По образованию Александр хореограф. За свою карьеру он успел поработать в ансамбле народного танца, в военном ансамбле и даже был балетмейстером в Новосибирском музыкальном театре. В драму Александр пришел больше 20 лет назад, и сегодня без него здесь не обходится практически ни один спектакль. Мы с Александром Юрьевичем знакомы со студенчества. Он был нашим педагогом по хореографии. Сейчас мы с ним коллеги. Я думаю, что это один из самых незаменимых людей в нашем театре. Он актер, он хореограф, да и просто он очень хороший человек. И я думаю, что все присоединятся, что мы желаем здоровья, счастья и интересной, долгой работы в нашем театре. Я люблю его! Я люблю! Мы все его любим. Еврей, могильщик, баптиста. На счету актера множество самых разных ролей. Мы с ним постоянно жили на гастролях. Ну вот, вместе варили там супы и каши. Как бы даже быт был у нас совместный. Вот. Ну что о нем сказать? Замечательный человек со своей харизмой, со своим юмором. Приходишь в театр, слышишь его смех, Шубин в театре. Также артисты отмечают и его способность подобрать ключик ко всем своим ученикам и коллегам. Люди как-то меняются, а ты находишь какой-то творческий, человеческий язык с ними, с такими разными. Ты знаешь, это быть нужным – великое дело. Ты можешь многое, но суть твоя – творчество, Сашка. Спасибо. Живи, будь нужным, востребованным. В свои 50 лет артист играет порядка 11 ролей в самых разных спектаклях. Кроме этого, успевает преподавать и ставить хореографию. К слову, Александр всегда был активным. Продолжает оставаться таким и сейчас. С юбилеем поздравляю и 100 лет прожить желаю. Если, Сашечка, больше жить хотите, то, пожалуйста, живите. София Яценко, Дмитрий Денисов. День с толком.